Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарану Дайам Гопи Джанна Самайуктам Винда Банам Манухарам Бриндавай Тулсидев Байпиявай Кесавасача Шна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарунчайва Нароттама Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Като Падеша Гаурия Патрашо Пракасанеча Садану Ракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Барана Дхайям Сада Парибхавагна Мавишта Духам Титас Падам Сива Виранчанутам Сарана Вита Тихам Панудапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качанда Мани Чатая Биспуриджита Кимапикабабадушвадарши Пурна Нурагра Сасагра Сарамуртихи Сарадхикама и Када Китам Каруш Шри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавин Шри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавин Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджану Ламбита Бхужау Канука Бодато Санкиртаной Капитаро Камала Аютакшо Вишам Бару Диджабару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Аджану Ламбита Бхужау Канука Бодато Санкиртаной Капитаро Камала Аятакшо Вишам Бару Диджабару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Аватару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Тада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамани Аджата Калапам Гаури нирантара вибхишита вам бхагам Нараяно прияманаṅга мада апарам Варанаси пурапати бхажави санатам Вагиша джусшо бадане Лакшмир джусша ча вакшаши Ясьясте иде самбит Пам Нисинга Махам Бхади
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Parashabhava karmani na prasaṃsayat nagarhe viśvamekātmana paśyana pakriti purushena cha. Paro svabhava karmani no prasaṃsayat nagarhe viśvamekātmana paśyana pakriti purushena cha. Gaudiya Goṣṭhipati Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагат Гуру сказал: порой Гуру Вайшнава вынуждены строго говорить с нами и ругать нас. Они делают это для того, чтобы исправить нас. Но если они строго говорят с нами, не означает, что они в майе. You should not criticize anybody, or you should not praise anybody. Существует шлока, в которой говорится, что мы не должны как не критиковать, так и не восхвалять кого бы то ни было. Парашабхава кармани но прасамсат нагаре. Парашабхав, the nature of some bonded soul. Парашабхава кармани но прасамсат. Or his activities, nature, don't try to criticize, or don't try to praise. Не критиковать и не восхищаться природой и дживой. Потому что и то, и другое может стать препятствием для нас. You can ask, why, Maharaj? Because criticizing is bad. Если вы спросите, что плохого, понятно, что критиковать плохо, но если восхищаться, хвалить обусловленную дживу, что в этом плохого? Шастры запрещают нам делать как то, так и, как одно, так и другое. Обусловленная душа в майе, так называемые преданные, тоже в майе. Возможно, они уже до какой-то степени освобождены, но все равно находятся под ее влиянием. Если мы станем их прославлять, то будем вынуждены сосредоточиться на их поведении, на их качествах, на них самих. Тем самым вы сконцентрируетесь на материальных качествах, не на трансцендентных. Понимаете? Если они еще не обладают трансцендентными качествами, поскольку трансцендентными качествами могут обладать только гуру и вайшнавы, вам придется сосредоточиться на их материальных качествах. Из этого уклониться от пути чистого преданного служения. Если же вы станете кого-то критиковать, вы точно так же будете вынуждены сконцентрироваться на недостатках, плохих качествах, пороках, и вступите в непосредственное взаимодействие с ними, осознанно или неосознанно. Это факт. Таким образом, вы вступите в асатсангу, и это может привести к падению.
Таким образом, мы не должны ни критиковать, ни прославлять обусловленную душу. Даже если вы станете прославлять не совершенного преданного, который еще не достиг совершенства, это также может привести вас к падению. Я объяснял, как устроено это творение и где оно берет свое начало. Махататва производит органы чувств, следующее деление панча генендри, панча кармендри, объекты наслаждения, чувства, органы чувств. Если вы сконцентрируетесь на мирских качествах, вы падете. Несмотря на то, что гуру и вайшнавы порой очень строги к нам и ругают нас, ты почему так поступаешь? Тем самым они исправляют нас. И нам может показаться, что они также сосредотачиваются на наших недостатках, что запрещают делать шастры. Но Прабхупад объясняет, что это совершенно не так. Когда гуру и вайшнавы проявляют свою строгость, когда они, казалось бы, критикуют нас, это не является критикой, это их милость. Причем милость беспричинная. Хоть они и ругают нас, они не концентрируются на наших негативных качествах. То есть они, соответственно, не столкнутся ни с какими проблемами из этого. Пример этому есть в шастрах. Мы видим множество примеров тому, как из-за критики многие прославленные личности пали. Важно понимать, что подразумевается под словом «падение». Падение означает лишиться уровня сознания, на котором, которого вы достигли. Если мы станем критиковать гуру и вайшнавов, наше сознание автоматически станет деградировать и пойдет до такой степени, что может случиться так, что мы родимся насекомым, а может быть деревом или растением. В шастрах мы видим пример Дакша Праджапати. Он критиковал Шанкар Бхагавана. И делал это исключительно из-за своего, из-за своей гордыни. All his activities, all his remark, all his writing,
обусловленную душу можно легко узнать по ее поведению, по речи, потому что она пишет или делает. Может быть, у этой обусловленной души будет очень престижное положение в обществе. К примеру, Равана носил одежды саньяси и правил огромным государством. Но это не означает, что мы должны выражать ему почтение. Итак, Дакша Праджапати оскорбил самого Господа Шиву. Это произошло из-за того, что он возгордился своим положением. Я встречала людей, которые из-за своего положения также стали гордиться. Но нужно четко понимать, что означает престижное положение. Если мы считаем президента Индии, президента страны привилегированным, что это и есть особое положение, мы ошибаемся. Поскольку по-настоящему возвышенное положение занимает вайшнав. Почему вайшнав не стремится к материальной пратиште? Потому что она недолговечна. Сегодня она есть, а завтра ее нет. Я могу привести тысячи примеров из шастры этому. Один мусульманский царь какое-то время занимал это положение, был царем. Но как долго он занимал этот пост? 15-20 лет. Что же случилось потом? Он столкнулся со страшными проблемами. Англичане схватили царя. Его посадили в темницу, где не давали ему воды на протяжении 10-15 дней. Он молил их о воде. А его дразнили, ему, казалось бы, и давали стакан. Когда он тянулся, его солдаты пинали его. Его жену взяли в плен англичане. Также взяли в плен англичане. Очень страшная судьба. Именно поэтому вайшнавы не стремятся к привилегированному положению в обществе. Не стремятся к славе, к почету, потому что понимают, что это такое. Они стремятся лишь к вайшнава пратиштхе. Когда вы предлагаете мне поклоны, я передаю его моему Гарупада Падме, а он, в свою очередь, передает Прабхупаде. Когда кто-то кланяется мне, я тут же вспоминаю про лотосные стопы моего Гарупада Падме. От вас я ничего не принимаю.
Таким образом развивается нишкинчина-бхава. Прабхупада, несмотря на то, что открывал много храмов, он был нишкинчиной высшего рода, то есть высшего уровня. Прахлад Махарадж был нишкинчиной. Юдхиштир Махарадж. Что бы они ни делали, было под руководством Шри Кришны. Вайшнава Пратиштху обрести не так-то уж просто. Не каждый может получить ее. Только чистый преданный. Лишь чистый преданный способен принять вайшнава пратиштху. А те, кто считает, что наслаждаются ей, в действительности наслаждаются испражнениями, поскольку не находятся на уровне, на котором есть возможность обрести ее. Именно поэтому не каждый может переварить вайшнава пратиштху. Но когда вайшнав, когда она приходит к вайшнаву, вайшнав обязан принять ее. Я уже объяснял значение этого слова. Пратиштха. Это ложка. Также обладает определенной пратиштхой. Вы не понимаете? То есть вот эта ложка, медная ложка, она совершает служение. Таким образом, каждый объект материального мира обладает определенной пратиштхой. Вентилятор, лампочка. Точно так же обусловленная душа или президент Америки, премьер-министр Индии, кем бы ни была душа, то есть она имеет пратиштху. Но сейчас мы говорим о временной пратиштхе, которая сегодня есть, а завтра ее нет. Вспомните историю про мусульманского царя. Да, 20 лет, возможно, он был царем, но что с ним случилось после? Почитайте жизнеописание Наполеона или Гитлера. Посмотрите, чем они, как они закончили свою жизнь. Начиная с Брахмы, заканчивая муравьем. Все обладают пратиштхой. Об этом же говорится в Брахма-самхите. If you can
Если вы попытаетесь осознать, что есть время, Махакал, что есть вечность, могущество времени, вы будете поражены. Поражены, размышляя, как сейчас существуете вы, затем придет следующее поколение, а до вас было еще тысячи, тысячи поколений. Проходит 100 лет, и приходит полностью новое поколение, которое рассматривает этот мир как поле для наслаждения. Мужчины привлекаются женщинами, женщины мужчинами. Все это абсолютно материально. И так проявляется материальная природа. Чистая атма никогда не склонна к этому. И все это материальное, все это настроение, все это желание наслаждаться материей. Иллюзорно. То есть видоизменено при помощи майя. Что будет с землей через 50 тысяч лет? Что было 5500 лет назад? Каким был этот мир 15 тысяч лет назад? Все это сотворяется при помощи майя. Апракрита пратиштха, источник апракрита пратиштхи является Баларам, Нитянанда Баларам. Все, что мы видим, и то, что мы не способны увидеть, есть ничто иное, как Ананта Дев, Нитянанда Баларам. Все, что мы видим, приходит исходит, берет свое начало в Нитянанда Балараме. Точно так же и Дхамма относится к этому. То есть Дхамма также не что иное, как Ананта, как Нитянанда Баларам. Так. Вайшнава пратиштха вечна. Она не будет уничтожена временем. Вайшнава пратиштха наделяет Баларам Нитянанда. Но пратиштха материальная — ничто иное, как иллюзорная энергия. Она манит нас, зовет: идите сюда и наслаждайтесь. Но что она делает потом? Она бросает нас в океан страданий, но заманивает нас наслаждениями. Посмотри, как тут здорово.
take scotch, very nice. So this way, concentration will be there. И из-за блеска материальных наслаждений мы не способны видеть и здраво оценивать всю ситуацию. Мы лишь видим их и бежим к ним. Magic spell. Oh, very nice. Satarajatama guna all coming from Mahatattva, everything coming from Mahatattva. Maya. Satarajatama guna берут свое начало в Майе. All in balance condition, balance. Когда они находятся в уравновешенном состоянии, они не создают никаких проблем. Но когда Бхагаван бросает свой взгляд на природу, вирья входит в лоно Пракрити и начинается волнение. Тригуна материальной природы выходит из баланса. И начинает существование материальный мир. Когда я был маленьким, ученые говорили об одном, сейчас они говорят, сейчас наука гораздо больше достигла гораздо большего развития, но в отношении вечности эти научные открытия бессмысленные. То есть они абсолютно не имеют значения в отношении вечности. Раньше выдвигали одну теорию, как появился этот мир. Теперь теория изменилась. Started agitating, then the question can come, where from that energy came? Because naturally, if you pass one, говорили о теории большого взрыва, но если, как говорят ученые, космические тела существовали в пространстве, а затем они начали свое движение, встает вопрос, почему началось это движение? Для того, чтобы произвести какое-то движение, необходима энергия. Так что же стало источником этой энергии? И этот момент ученые объяснить не могли. Но шастры объясняют, что движение с трех гун началось из-за того, что Бхагаван бросил свой взгляд на материальную энергию, на майю. Напрямую Бхагаван не
прикасался к майе, потому что майя — не что иное, как иллюзия, а Бхагаван является абсолютно истиной. Да как же они могут вступить во взаимодействие? То есть как между ними может произойти непосредственное единение, соприкосновение? Одним лишь взглядом он оплодотворил мать Пракрити, оплодотворил материальную природу. И благодаря этому появилось бесчисленное количество джив, которые в соответствии со своими самскарами устремились в материальный мир, а другие устремились в мир трансцендентный. Как я уже говорил, дживатма выглядит как искра света. Но она им в действительности не является. Она лишь напоминает его, потому что на самом деле искра света — это материальное понятие. То есть свет — это материальное явление, а атма не принадлежит к миру материальному. Атма есть не что иное, как джьоти, то есть сияние. И мы лишь сравниваем ее со светом, потому что не знаем ничего более похожего на это, у нас нет другого опыта. Взгляд Господа, который он бросает на материальную природу, называется джьотирлингом. В Бхарате есть 12 джьотирлингов. Они разбросаны по всей Индии. Когда Махапрабху посещал Южную Индию, он получал даршан одного из них. У меня есть фотографии всех 12. It's going to imply that Bhagavan light of beam coming in the form of jyoti, jyoti. I mean the word jyotirlingo in Brahma Sangita also support there. In Brahma Sangita also you can support what I am speaking. So jyotirlingo all beam of light coming, all countless jivas going to enter into the womb of mother. Now nature or prakriti start creating all jivas because matter in the whole world. Suppose there is no jiva. Предположим, во всем мире, просто на минуту представьте, что во всем творении не существует джив, лишь материя, потому как творение, материальное творение — не что иное, как материя. И естественно, что сама по себе дживатма она производить не может, точно так же, как совершать действия. Махапрабху объясняет, что пракрити — не что иное, как материя.
сама по себе Пракрити не способна совершать то или иное действие. Если я кусок металла засуну на долгое время в огонь, чернота железа сменится на цвет огня, то есть он перенимет его природу. Махапрабху объясняет, что после этого, после того, как кусок железа перенял природу огня, он сам может что-либо поджечь. Лишь потому, что огонь, природа огня перешла в железо, при помощи него мы можем что-то поджечь. Конечно же, само по себе железо поджечь, что бы то ни было, не способно. И сегодня я начал со шлоки. В которой говорится «Пракрити и Пуруш». Пуруш означает «дживатма». Когда бесчисленное количество дживатм входит в Пракрити, принимает рождение, в том или ином теле, все это, то есть судьба дживы полностью зависит от ее самскары. Именно поэтому Господь говорит, что каждое действие, каждое проявление судьбы дживы есть не что иное, как Он сам. Таким образом, когда дживатма входит в лоно материи, материя дает этой дживатме материальное тело. Предположим, в пальму входит дживатма, и благодаря этому мы получаем кокос. Или в пальмовое дерево входит дживатма, и вырастают бананы. То есть суть в том, что сама по себе материя не способна ни размножаться, ни видоизменяться. И наше тело также является частью Пракрити. Оно материально. Но когда атма входит в него, мы осознаем, у этого материального тела появляется ценность. Но как только дживатма покидает материальное тело, ценность этого тела тут же пропадает. Оно становится инертным объектом материи. Более того, день за днем оно будет разлагаться, разрушаться. Элемент воды войдет в стихию воды, элемент земли, который присутствовал в нашем теле, войдет в стихию земли и так далее. Пять потоков ветра, пран, то есть пять потоков ветра, которые, при помощи которых поддерживается жизнь в нашем теле, прана-вайо,
они поддерживают баланс в теле. Почему астронавты вынуждены, почему космонавты вынуждены носить защитный костюм, когда они отправляются в открытый космос? Потому что они не способны выжить там, поскольку там эти пять ветров, которые находятся в нашем теле, не способны действовать. Мы просто спим, едим и совершенно не задумываемся, как функционирует наше тело. Но если мы глубоко подумаем над этим, то осознаем, что все это очень разумно устроено Господом и выполняется при помощи материи. Но благодаря тому, что в теле присутствует душа. Как только мы выйдем из-под влияния трех гун материальной природы, мы окажемся в... займем нейтральную платформу и станем лишь наблюдать за всем, то есть займем место наблюдателя. Мы будем четко видеть, что мы не это тело, что как я уже говорил, деятельность самосознавшей себя души и деятельность обусловленной души далеко не одно и то же, хотя с внешней точки зрения может казаться обратное. Саду хорошо осознает, что единственное предназначение атмы — служить Бхагавану. Когда она входит в трансцендентный мир, она может по назначению задействовать себя. Но пока она здесь, все, что она может, это служить материи. Конечно же, чистое преданное служение к этому не относится, но все, кроме него, является материальной деятельностью, служением материи. Как я говорил, Удава Махарадж встречался с Видурой Махараджем, который долго совершал паломничество по святым местам. Когда произошла их встреча, Удаваджи предложил ему поклоны. Простите, Видури Махарадж предложил ему поклон и стал спрашивать его о Кришне. В ответ Кришна, в ответ Удава, полузакрыв глаза, из Бхагавата Локи являясь чистым преданным, в действительности всегда пребывает в трансцендентном мире. Но поскольку тело их также и в материальном теле, они вынуждены поддерживать баланс. И для того, чтобы ответить на вопрос Видури, Удава Махарадж спустился с мира трансцендентного и дал глубочайшие ответы на его вопросы. Итак, все обусловленные души находятся в порабощенном состоянии и без конца служат майя.
и никак не могут различить. Даже когда они устремляются к духовной практике, они могут различить, что есть трансцендентное, что есть духовное, что есть материальное. И так обусловленная душа может по 20 лет и даже больше стараться, казалось бы, стараться, и так и не достигнуть успеха. Часто мы спрашиваем, то есть часто я знаю, что вы совершаете свое служение, но вы делаете это как обязанности. Вы не делаете это от сердца, и именно поэтому это не позволяет вам продвигаться. Существует большая разница между служением и обычными обязанностями. Итак, если бы в материальном мире не было дживатм, оно не смогло бы поддерживать свое существование. Мы обрели эти тела лишь благодаря существованию атмы. То есть атма пришла для того, чтобы облачиться, для того, чтобы прийти в материальный мир. В соответствии со своими самскарами мы получили от материальной природы это тело. Но вместе с ним мы также получили материальные концепции, поскольку отождествляем себя с материальным телом и не осознаем, что мы им не являемся. Bhagavan speaking, satyam rajastama iti guna buddhir na cha. It is a quality, it is buddhi, all your intellect and mind, they are going to be impressed by chaturajastama. Почему? То есть на наш ум, интеллект влияет тригуна материальной природы, но они не влияют на атму. Шаттина аннатамау ханьят шаттам шаттина чайвахи. Шаттяд дхарму бхавед бриддхад пунгшо мадбхакти ракшанаха шаттико упасая шаттям тату дхарму павартати. Дхарму раджастаму ханьят шатто бриддхир рануттама. Ашу нашати танмуло хи адхарму убхайе хате. Бхагаван speaking, that rajastama, these three guna trai, three qualities is coming from nature, prakriti. Because buddhi is also nature. Buddhi is also in nature, prakriti. Буддхи также относится к прокрити. То есть они также материальные. Наши мысли является ничем иным, как тонким проявлением материи. И с атмой они не имеют ничего общего. Итак, мы должны победить тамагуну вместе с раджагуной, а затем победить и сатвагуну. То есть тамагуну победить при помощи раджагуны,
поскольку раджагуна превосходит тамагуну. Полное невежество хуже, чем гуна страсти. Но в действительности люди, находящиеся под влиянием раджагуны, большие эгоисты. И, естественно, эта гуна создает много препятствий. Именно поэтому ее необходимо победить, превзойти при помощи сатва-гуны. Я могу привести один пример, который поможет вам понять. Вы когда-нибудь видели изображение Дурга-деви? Она стоит рядом с ней лев, а ногой она наступила на демона, на грудь демона, а ее трезубец направлен на него, то есть так, будто бы сейчас он вонзится в него. Постарайтесь понять значение этих атрибутов. Ведическая культура богата смыслами. Почему Ганапати Махарадж ездит на крысе? За этим стоит особый смысл. Казалось бы, он же может раздавить ее. И настоящее значение этого явления могут понять только преданные из Гаудия-матха. Итак, Ганапати Махарадж означает лидер, предводитель всех. Гана, то есть всех людей, всех обычных людей. И очевиден тот факт, что те, кто, то есть лидеры общества, ездят на спинах своих подчиненных, то есть на спинах простого народа. И почему Ганапати Махарадж ездит на мыши? Поскольку она, эта мышь, является представителем народа, представителем людей материального мира. So the philosophy is that darshan, Devi going to put leg on. Философия этого такова, что Деви, как ее изображают, стоит одной стопой на льве, который является олицетворением раджа-гуны, а другой на демонах, которые являются представителем тама-гуны. Деви является ананда-моя-ма. То есть материалисты воспринимают ее как Дургу, а мы как йога-майю. Ананда-майя-ма мы не можем
называть повелительницу тригун материальной природы. Поскольку это синоним к йога майя. То есть, а йога майя трансцендентна, соответственно, она не имеет ничего общего с материей. И несмотря на то, что большинство материалистов называют майю именно так, они воспринимают лишь ее материальный аспект. То есть лев стоит на тамагуне в этом изображении, то есть лев стоит на демоне, и тем самым это изображение содержит такой смысл, что раджа-гуна, при помощи раджа-гуна мы должны победить тамагуну. Как я говорил вчера, те, кто по-настоящему заинтересованы в духовном развитии, у меня нет времени всем уделить, всем давать свою энергию. Я могу помочь лишь тем, кто по-настоящему хотят развиваться в баджане. Так вот, мы не должны позволять раджа-тама-гуне входить в нас. Если мы серьезно отнесемся к этому, если дадим себе слово не позволять завладеть собой двум этим гунам, очень скоро мы сможем выйти на уровень сатва. Вспомните, я рассказывала историю про одного вора. Он пришел в дом Грихасхи ночью, когда тот спал. Но если бы этот Грихасха бодрствовал, если бы он был начеку, если бы он не спал, этот вор не смог бы войти в дом. Точно так же, если мы будем начеку, если мы не будем спокойно спать, никакие гуны, никакая тама-гуна или раджа-гуна не завладеет нами. Не сможет управлять нами. Как я сказал, мы должны стремиться к сатва-гуне. Но сатва-гуны тоже придется победить при помощи трансцендентной сатва-гуны. Да, понятно, что тамагун нужно победить при помощи раджа-гуны, но как можно победить сатву сатвой? К примеру, если я попрошу вас, разрезать железный кусок железа, вы прибегнете к помощи напильника, который сам состоит из железа. То есть для того, чтобы разрезать железо, необходимо прибегнуть к помощи другого железа. При помощи напильника и добавив спрыскивание водой, мы сможем распилить кусок железа. И точно так же сатвагуной побеждается сатвагуна. То есть существует два вида сатвагуны. Если сатвагуна развивается, если она превалирует в вашем настроении, в вашем
настроение, это хорошо, поскольку она дает вам возможность идти по пути дхармы. Именно она дает нам возможность глубоко размышлять и выбирать, делать правильный выбор, отличать хорошее от плохого. И если вы станете развивать ее, она будет, ваше сознание будет увеличивать, возвышаться. Да, путь дхармы не совсем совершенен с трансцендентной точки зрения, но дхарма хотя бы вытесняет адхарму. Итак, в конце концов нам придется отказаться даже от сатвагуны, поскольку сатвагуна вселяет в нас желание спокойной жизни, что также является препятствием и своего рода проявлением обусловленности. К примеру, чистого преданного постоянно подвергают нападкам, чистый преданный подвергается нападкам со всех сторон. И у него нет спокойной жизни. Поэтому, если бы он стал стремиться к спокойной жизни, это стало бы препятствием его преданному служению. Одна женщина говорит, мой вор, один вор своровал мою тарелку. Это же не значит, что вы будете с пола теперь есть. То есть суть в том, что окружающие могут препятствовать проповеди чистого преданного, но он будет продолжать делать это. Итак, существует два вида тамагуны. Первое материального рода вдохновляет нас следовать дхарме, но при этом стремиться к спокойной жизни, в то время как трансцендентная сатвагуна дарует осознание духовного характера. Трансцендентная сатвагуна поможет вам обрести трансцендентное осознание. То есть, когда вы превзойдете материальную сатвагуну, вы выйдете на совершенно новый уровень, на уровень сатвагуны трансцендентной, с которого четко увидите,
что вы сейчас должны делать, и осознаете, сколько времени было потрачено на материальную деятельность. То есть концепция такова. Мы должны победить материальную сатва-гуну при помощи трансцендентной. Все равно, что разрезать кусок, один кусок железа другим, то есть напильником, который состоит из такого же железа. Постарайтесь понять значение слова упасан. Это лекарство, то есть излечение. Допустим, вы заболели, у вас жар, и для излечения, для выздоровления вам необходимо лекарство. Вы принимаете его и выздоравливаете. Так вот, лекарство есть упасан. Так, после того, как мы разобрали эту штуку, она стала понятной. Мы должны принимать лекарства, которые нам дал Гуру Пад Падма, принимать его в 4 утра, повторять аник, затем в полдень, вечером. Принимать нужно в правильное время и в необходимых дозах. Харикатху следовать, Экадаши, Джанмаштами, Ваманадвадаши. Все это наш упасан, то есть то, что способствует нашему выздоровлению, то, что дает нам выздоровление. При его помощи мы сможем беспрепятственно продвигаться к нашей цели и достигнуть ее. И в конце концов, благодаря служению Гуру Пада Падме, мы избавимся от всех проблем на материальном уровне. И очень просто, очень легко сможем достигнуть освобождения, достигнуть трансцендентной обители. Так вот, когда под руководством чистого преданного, преданный исполняет все его наставления, он достигает трансцендентной сатвы. Он обретает гуру бхакти. И именно при помощи этого мы сможем выйти за пределы влияния даже материальной сатвы и взобраться на уровень шуда сатвы.
там уже нет, не остается влияния материальной саттвы. Когда ваше сердце осветится шуддо саттвой, это и будет не что иное, как настоящая раса. Сейчас мы наслаждаемся расой материальной. Все, что мы тут получаем, материальное. То есть все наслаждения, которые доступны нам, материальные. Но когда наше сердце осветит шуддо саттва, мы почувствуем трансцендентную расу, расу настоящую. Итак, Бхагаван говорит, Bhagavan speaking, Shastra, water, children, I mean, those who are taking birth, you know, country, Shastra, cow, what is the time, karma, вода, время рождения, Карма, мантра, самскары. Постарайтесь понять, сконцентрируйтесь. Тут очень сложная тема, которую нужно постараться понять. Итак, Бхагаван говорит, что для того, чтобы достигнуть сатвагуны, нам необходима поддержка. То, на что мы можем опереться. И что же это? Это шастры. Шастры могут оказать нам помощь. Вода, то есть имеется в виду трансцендентные воды. Если вы примете омовение в Ганге и в другой реке, если примете омовение в Алакананде, Годаваре, это не пройдет впустую. Бхагаван говорит, что на тонком уровне этот эффект обязательно будет. Хотя, может быть, мы его физически не увидим, но он, несомненно, произойдет. Дети, страна, время, карма, рождение в определенной семье. То есть если человек рождается в семье, где присутствует духовное знание, духовная практика. С самого детства он впитывает. Знание шастр. В такой семье
соблюдают. Праздники, которые связаны с рождением Господа, с лилами Господа. В такой семье с детства ребенок узнает о играх Рамачандры. Как нам в детстве рассказывали про привидений. Бабушка рассказывала. И мы, затаив дыхание, слушали Рамайна. А что потом, что потом? В наши дни дети живут в телефонах. Ну, там по 4, по 5 лет, казалось бы, детям, а они уже не могут жить без них. Но наше внимание было направлено на Рамайну. Нам история о Махадеве. Мы делали божества Махадева, лепили из глины на Ганге Шанкар Бхагавана, поклонялись ему. Даже в школе у нас висел портрет Шанкар Бхагавана. Мы рисовали его. То есть все это благоприятно влияет на дживу. Затем мантра. В те дни Кула-гуру, это семейный гуру, давал мантру. И самскары, то есть, какие самскары вы разовьете, если вас с детства кормят мясом и рыбой? И совершенно другие, если вы едите освященную пищу. Итак, все эти факторы имеют прямой и косвенный эффект на дживатму. На развитие, то есть на то, какие гуны будут преобладать в вашем сознании. Естественно, что если вы родились в невежественной семье, то и примите эти качества. Итак,
Tasaite guna hetava. It depends upon all those four factors. Directly in which quality you can go. I mean, you can go rajagun, tamagun, satuni depends. Bhagavan speaking. Теперь Бхагаван говорит. Мудрецы, ценят сатвагуну, отдают ей приоритет. Негативно относятся к тамагуне. Но к раджагуне относятся нейтрально. На самом деле, тригуны материальной природы постоянно заставляют нас танцевать. Потому что если бы не было в стране воров, не нужны были бы полицейские. Я слышал, что в Польше ходят без, полицейские ходят без оружия, потому что там преступность очень низкая, или ее совсем нет. Здесь у нас ходят с автоматами и могут в любой момент выстрелить в преступника, но там нет. Bhagavan speaking, Shaktikan eva, from Shaktik gun, Shaktikan eva seveto, pumano, shatto vriddhaya. If some one going to subscribe in Shatagun, then naturally can increase Shatagun. If somebody going to subscribe, Shatagun, okay, I can do it. Если человек погрузится в деятельность в гуне сатвы, естественно, что он со временем окажется под ее влиянием. То есть она начнет превалировать в нем. Они, у них появится вдохновение, получать знания, совершать дхарму. So, Benu Shangharsa Jo
Банхир Дадха Шаммати Тадбанам Эвам Гуно Беттайожо Дехо Шаммати Тадкрияха. Бхагаван speaking, just like bamboo, you know, bamboo? Bamboo tree. Dry bamboo. One bamboo. Friction with bamboo. Friction with bamboo, then the bamboo can catch fire. Bangshe, bangshe, sangarshe, and fire can come out. And fire can gradually, capture the whole forest. It's called Davana, forest fire. It's called forest fire. In the beginning it takes a very small fire. Fire is there. Как лесной пожар разгорается от одной маленькой искры, точно так же the fire can get extinguished. After the whole forest is destroyed, the where fire can go? Fire can destroy. No fuel, no? No other things. То есть маленькая искорка может сжечь весь лес. И после того, как сгорит все, огонь потухнет, потому что нет топлива, нет огня. То есть нет дров, нет огня. Then your jiva upadhi, your title, that I am, my name is this, I am American, Italian. Когда your upadhi, your title can get this fire. Don't understand. When your knowledge or fire of knowledge can grow, огонь знания, it is going to destroy the inner core. Появится в нас, он сможет разрушить наше тонкое тело, то есть наше ложное эго. И мы сможем достигнуть умиротворения. Джива Упадхи. То есть у каждой дживы, то есть у каждого человека есть какие-то определенные титулы, имеется в виду ложное отождествление, то есть временное отождествление. То есть вас зовут так-то, вы родились в такой-то стране, но надолго эти характеристики вам соответствуют. Итак, когда огонь знания разрушит тригуны материальной природы и вместе с тем уничтожит все материальные отождествления, ложные титулы материального мира, вы достигнете полного умиротворения. Другого способа нет, это единственный путь. На сегодня я остановлюсь, а вы должны вновь и вновь размышлять обо всем, что вы услышали. На протяжении дня вы должны думать об этом. Если вы не будете делать этого, вы не сможете усвоить. Если вам предлагают роскошную пищу, вы с большим желанием ее поглощаете, но
после того, как вы закончите, вы должны будете ее переварить, иначе все будет, процесс принятия пищи будет бессмысленным. Когда пища будет переварена, витамины, которые содержались в пище, будут распределены по... по вашему телу. Точно так же харикатха, которую вы слушаете, будет питать все ваше тело, нервную систему, ваш ум и так далее. В противном случае простая теория не сможет дать вам энергии для преданного служения. Ведь мы же все хотим стать хорошими преданными, так ведь? Иначе зачем вы сюда приходите? Парушабхава кармани на прасангсвет на гархит вишваме катмана пашана пракритипурушена ча ванча калпадарусе кипасинду бхавча патитанам павани бхавишна бью нам. Do some kirtan for some time. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Итай Гаур Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол. Итай Гаур Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол. Итай Гаур Премананде Хари Хари. In his in your life. If you hear this only, the last teaching of Krishna, it can give you all success. Если вы
За всю свою жизнь слышите только учение Шри Кришны, которое он поведал Удаве. Это будет достаточно, чтобы достигнуть вашей цели.